Всем привет, мои хорошие, с вами Экэмили, и сегодня я снимаю для вас мукбанг, не запивая челлендж, острые крылышки KFC и сырный соус от Heinz. Это вообще любов. Многие мне писали в комментариях, что «Айка, ты разлюбила свой любимый сырный соус». На самом деле нет, он у меня просто закончился. И, если честно, немножко мне поднадоел одно время. Здесь у нас водичка, но я постараюсь не запивать, если получится. Я обычно пью как верблюд, и вы это знаете. Итак, начнем с крылышек. Минуточка АСМР, как всегда. Без этого никак. Не так прям хрустит, как хотелось бы. Дело в том, что я сегодня ходила в Асан Хидмет. И по дороге все это прикупила. Я еще снимаю для вас влог. Насчет вот этой вот конфликтной ситуации с Токио Суши, я уже в Инстаграме все всем объяснила. Вот. Я очень рада, что вы рады за меня, что это все закончилось, потому что реально на нервах постоянно. Наши нервы дороже всего на свете. Сегодня я встретила такую красотку, свою подписчицу. В Асан Хидмете. Мы обе были в масках, но мы друг друга узнали. Я на нее пристально смотрела, потому что мне очень понравились ее брови. А она пристально на меня смотрела, потому что думала, это действительно Айка в маске или нет. Ребят, кому из-за документов нужно туда? То возьмите онлайн очередь. Это очень удобно. Клево они придумали. А то люди приходят, часами там ждут. Зачем? Возьми очередь и все. Вкуснотища, просто вкуснотища. На камере у меня новый режим. Как вам? Я вам во влоге рассказывала, в Инстаграме тоже, но сейчас тоже скажу. У меня, ребята, проблемы со зрением. У меня один глаз очень плохо видит. И, к сожалению, с каждым днем он видит все хуже и хуже. Мне надо будет делать операцию. Но я просто в Ютубе посмотрела, как это делается. И, если честно, мне стало очень страшно. Пока что я морально не готова к операциям. Просто посмотрите, как это делается. Это прям жутко. Ну, говорят, что ты ничего не чувствуешь. Но все-таки это глаз, ребят. Без наркоза. У тебя открытые глаза. А тебе режут твой глаз. Ну, правда, лазером, но все равно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто уже делал лазерную коррекцию зрения. И как вам вообще? Я склонна к тому, что все-таки я буду делать, но не сейчас. Я думаю, что морально я буду готова где-то через год. А пока что я заказала себе очечки, они уже готовы. Вот я сниму мукбанг и сразу пойду за очками. Честно, мне очень некомфортно в очках. Я когда была в первом классе, мне прописали очки. Но тогда у меня не было настолько больших проблем. У меня просто было чуток слабое зрение. Врачи говорят, что это из-за какого-то удара. Но я, вы знаете, 100 раз падала. И один раз я очень сильно упала с горы, я вам рассказывала, да, на велосипеде, прям с горы, и прям шлепнулась об асфальт одной стороной. Может быть, это как раз-таки и повлияло на то, что у меня сейчас такие осложнения.
У меня синдром ленивого глаза. То есть один глаз работает, а второй привыкает к тому, что тот работает и перестает видеть вообще. Да, это печально. Одно дело, знаете, просто плохое зрение у человека, а другое дело вот такие вот проблемы. Это немножко тяжело и сложно. Ну ничего, надо думать только о позитиве, только о хорошем. Так и будет. Мы с братом вчера разговаривали по душам. И он говорил, что ни одна ситуация не стоит нервов. То есть самое главное — это душевное равновесие. Не доказывать кому-то что-то, спорить с кем-то. Самое главное — твои нервы. Я перелистывала вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. И очень много вопросов касательно того, что как мне конечный результат увеличения губ. Есть ли какие-то комочки или дискомфорт? Чувствую ли я, что в губах есть что-то? Честно, я не чувствую ничего. Абсолютно. То есть для меня это те же мои губы. Нету комочков, ничего. Вот. Я вам оставляла ссылочку на моего врача. Если хотите, вы тоже можете пойти к ней, потому что она прям чувствуется, что она профи этого дела. Почему-то сейчас многие ведутся на то, что дешевая цена на увеличение губ, к примеру, да? И вы не спрашиваете, какой препарат вам будут колоть. Ведь они делают это за счет того, что берут самые дешевые препараты. Лучше на этом не экономить, мне кажется. Я уверена, что когда этот эффект пройдет, я опять себе сделаю губа. Опять введу филлер. Я больше не хочу. Вот так меня полностью устраивает. Так хочется попить. Ну нет, у нас челлендж с вами. То есть никакого дискомфорта. Никаких неприятных ощущений нету. Я могу ими спокойно двигать. Когда я улыбаюсь, у меня видны все зубы, даже десна. То есть все в этом плане офигенно. Они стали чуток побольше. Если вы тоже будете идти делать себе губы, я вам советую делать сразу 1 грамм. Потому что раз идти уже, все равно они проходят. То есть через 8 месяцев, через 9 месяцев эффект такой не остается. 0,5 это слишком мало, на мой взгляд. Просто знаете, что меня смущает? Вот насчет лазерной коррекции зрения. Я смотрю на Ольгу Бузу, она носит очки. Смотрю на некоторых других звезд, они тоже носят очки. Понятное дело, что найти хорошего профессионала в этом деле, найти хорошего врача, это для них не проблема. Да и деньги тоже. И у меня в голове такая мысль. Значит, это не настолько безопасно, раз они не идут на это. Кому охота очки носить? Все хотят сразу хорошее зрение. Как же вкусно. Как же вкусно. Я не люблю острое.
Поэтому у нас такие крылышки, они есть очень острые, есть просто острые. Я взяла просто острые. Потому что просто острые, я рядом с ними даже дышать не могу. Иногда я смотрю на людей, которые прям берут этот красный острый перец, начинают его кушать. Господи, я думаю, как они это делают? Я просто не такая. У меня, например, дядя берет лук и ест его просто как яблоко. Я просто думаю, как? Как ты это делаешь? Я сделала новый режим. Режим называется пейзаж. Конечно, не в тему, но мне понравилось, что с этим режимом все более яркое. А он почему-то отлетает. Стрипсы. Вкуснейшие. Читаю ваш вопрос, и тут девочка задает вопрос, как тебе песня Андро XO. Я просто, знаете, обожаю эту песню. Я сегодня ходила в Асан Хадмет, и всю дорогу я слушала эту песню. Очень нравится. Прям заела. Вообще, многие песни, которые я слышу в ТикТоке, они у меня заедают в голове. Видео, что у меня в холодильнике, уже почти 100 тысяч набрало. Я такая думаю, а может быть запустить рубрику? Например, закупать продукты и потом снимать, что у меня в холодильнике. Или можно даже, знаете, так сказать, так сделать. Заполнять холодильник, как мы это делаем, раз в две недели. Как раз говорит, что мы покупаем и сколько стоят продукты у нас. Потому что плюс-минус у нас везде цены почти одинаковые. Что вы думаете на этот счет? То есть распаковка, можно так сказать, да не то, что распаковка, покупка продуктов и заполнение в холодильнике, назвать, что у меня в холодильнике. Вкусняша. Панировочка супер. Кстати, если вы хотите, я вам оставлю рецепт, как у меня мама делает такую панировку, ничуть не хуже. Просто сегодня мама была немножко занята, поэтому я решила уж по дороге себе взять и принести. Но все-таки, если выбирать между наггетсами из Макдональдса и стрипсами, мне больше нравятся наггетсы. Какой-то вкус другой у них. Было нереально вкусно. Я не запила. Сейчас я уже могу, правда. Сейчас выключу камеру и попью водички.
В общем, на этом все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. Всем!